Хватит хуйню в чат спамить. За что? Да за спам, блядь, заебали. Спят, 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 спят. Ну и что дальше-то? Ну спят и спят. Пусть спят. За что агрессия? За спам в чате, алло. Мне что, лично прийти каждому и разбудить? Что вообще за бред? Заебали, спамить уже. А ты там что стучишься, дурачок? Бать, ты че? Что, я кого-то убил? Dad, please. Please talk to me. I don't understand what's going on. What am I gonna do now? What am I gonna do? Иди проспись, бать. Что тебе делать? Позвони в 911, алло. 9-9-1-1-1-9-1-1. Да ладно, бать. Что это? Что, эта хуйня как-то открывается? Э! Там что-то... Что-то есть, наверное. Опа, что тут написано? Да хватит рыдать, долбоеб. Лука, В... О, 5... 6, 7? Я просто в этих цифрах. 5, 6, 7? Это пароль? Это уже головоломка? Пиздец. Не успел начать. Какую ручку? А нахрена ты достал эту фигню? Ой, блядь, началось. Да. Да хватит ныть. Так, это я могу забрать как-то? Блин, а мне бы фонарик. Что-то здесь темновато как-то. Это игра Медисон, ага. Бля, давай, открывай. Да что ты? Заебал эту коробку доставать уже. Да иди ты. Давайте, все, помогайте. Я уже не знаю, что делать. Меня башка не варит. Телеком посвятить. Да ладно, серьезно. Не, я понимаю, что телеком посвятить, ребят. Алло. А чё, да, чего? Кирпич не берет. Телек поворачивается. А, нихуя. Опа. Какая-то ручка. Сучка. Ручка, значит, ручка, да, блядь? Тут ручка есть. Так, стопэ. Вон там дверь. Не дверь, а одну, короче, вот эта хуйня. Опа. Опа. Блин, тут так медленно все открывается. Опа. Могу драться? Не, походу нельзя. И это все. А, теперь с помощью молотка я смогу разбить деревяшки. Не, ну в целом-то как бы ничего сложного пока. Но нахуй. Шо, ебать, смотри. Смотри, блядь, летает. Батя! Тут молоток летающий. Где он? Где молоток? А, он опять у меня в руках. Блять! Ты долбоёб, батя, тут молоток. Ебать. Батя, тут пиздец. Ты этого не видишь. И хорошо. Блять, что происходит? Может, я смогу выбраться через дом деда? Охуеть. Нахуй иди, не надо через мой дом выбираться. Так, подожди. Потише надо сделать. Да дать фонарик, ну.
открой! О! О, кто здесь? Ага, никого. Ладно, свечку возьми. Не берет? Дебил, дурак, конч. Ебать тут. Что ты? Что это тут? Сделай яркость побольше. Да не, нормально, даже хоррор. Так и должно быть. Блять! Что это? Чего, блядь? Просто часы заспавнились. Чисто клок. О! Здесь дверь от... Лё, сука, лё. Блядь. Блядь. Блядь! А на кой хрен ты с собой картину взял? Дедушка был прям как отец. Таким же ебанутым, да? Альберт Максвелл. А там что, телевизор? О! Так кто? Дайте телек посмотреть, сука! Мой подарок на день рождения? Тихо, заткнись, что там по телеку говорят? Все, я смотрю телевизор, отстань, что там в Украине? Да я на эту хуйню уже не поведусь. А теперь о погоде. Вот, давай, самое интересное. Блять! Да чё нахуй, сука, блять, такой ёбаный? Пим! Окей, опять этот Лука, 16 лет. Ну, взаимодействие. О, ёпт. Нихуя, это подарок мне. Это мне? Это норм... Нормальный такой подарок. О, блядь! И шо? И что, блин? Я так привидение должен... А, стул сфоткать. Да вытащи ты, вытащи ты этот фотоаппарат, блядь. Как? Что? На что я нажал? А, вот. Что? Ага, стул взлетел. А я уже думал, кто-то на нем сидеть будет. Да, блять, убери. Как-то за... О! Чат! Чат! Я не хочу думать, давайте. Только без приколов, пожалуйста. А то сейчас, ну, типа, блять, разозлюсь и забаню всех, кто прикалывается. Ясно, блять. Не, я сейчас серьезно говорю, я не шучу. Алло. Чего? Пароль будет только в конце игры. Забудь о нем. Подожди, но вы же можете мне сейчас сказать пароль, и я могу открыть и не проходить игру тогда, получается, правильно? Блять, это будет в конце игры, то есть я сюда вернусь? Что за звуки постоянно здесь? Не сработает, а ты, блять, а. Ладно, идем. Ой, здесь есть кто-нибудь, да? Блять, а чё свет-то вырубил, Ли?
А, шкаф! Что это? Да нахуя ты это используешь? Что это? Wasn't there a door here? Да куда? Блять, я на фотку не посмотрел. Да ну нахер, ну это вообще жесть, реально. Блять. Так где яркость? Понял. А? Так, тут не открывается. Чё, сюда что ли? I won't be able to go back. О, он не сможет вернуться обратно теперь. Я тебя понял. Это как пяти, походу, или чё? У тебя сейчас уже 10 час, да, у меня 21:20. А у вас? Так, что делать? У деда на фотке. Чё у деда на фотке? Что у деда на фотке, блядь? Фотоаппарат, ну. 4:20. Вовремя я спросил. А, ищи, куда повесить фотку. Ух ты, блядь, какой, а? Старая и жилистая жесть. Блядь. Ну как бы сюда... Нет, подожди, я не понял, блядь. А, ну вот сюда. Ты че? Какой, блядь, гвоздь? Хорошо. Значит, гвоздь. Так, садиться здесь нельзя. Опять эта хуйня появилась. А, вот и гвоздь. Сейчас кремак будет. Бля, нихуя себе Гарри Поттер. Смотри, что делает этот топор, блин. Молоток. Давай, дед, виси. И что? Ну? И что, блядь? Фоткать? Так. Давай, дед, улыбочку. Нет, куда убрал, ёбаный минет? Сука, конченый, блядь. Наверное, там ничего не было, я по крайней мере на это надеюсь. Все, ты прошел игру. А, да? Че? Погнали, выпьем, я на Кони Айленд. Ага, сейчас, блядь. Отметим, не хочу, я не пью. Я не пью. Так, да, блядь, в смысле закрыто? Господи, блядь.
Да в смысле за... Я если тебя сфоткаю. Понятненько. У тебя есть ключ от этой двери. А, да? Нет у меня никакого ключа. Блять, и что теперь делать-то, сука? Ой, нахуй, не, ну в этой игре надо думать. Но знаете, мне тяжеловато спустя 11 часов стрима. Да иди нахуй. Сфоткай, дед. Долбоёб, я уже это сделал. В комнате в ящике ключ, ёпт. Ключ вроде у граммофона в тумбочке. Так оно ж закрыто было, ёп твою мать. Это вообще жесть. То закрыто, то открыто просто так. Вот знаете, сейчас открыто, потом, блять, закрыто и наоборот. Так. What the hell has dad been doing here? Спички. Ну? А, ключ! Че, блядь? Ох, ебать! Балдеж. А, вот это! But instead he's been investigating this woman. What is going on? Нахер, я лучше дверь закрою. Я лучше дверь закрою, блядь. О, правильно сделал, что дверь закрыл. Ну у тебя нахуй. Так, здесь ничего нет, правильно? Лучше сразу все проверить. Открываем. О, кассета. Да иди нахуй с этими звуками. Как жаль, что это просто звуки в игре, а не реально что-то опасное. Ладно, давайте откроем тумбочки. Да ты че? Да ты... Да... Послушай кассету. Послушай меня, послушай сюда. О. Priest Thomas? Я надеюсь, что тебе это поможет. Пожалуйста, будь осторожен. Помни, о чем мы говорили. Я отвечу тебе, как только смогу. Священник Томас. Я знаю, что кассеты стары. Но я мне все еще тяжело справляться с компьютерами. Но я мне. Но я ладно, ты, you, yes, я. Так, а здесь надо что-то нажать, не? Да хватит там кряхтеть уже, заебал. Окей, let's go. Не знаю, где можно кассету послушать. Надеюсь, там что-то изменилось или появилось. А где кассету слушать? Поряд положим. Пойду на. На телеке. Ты двери пропустил одну. Открывай сейф ключом и бери блокнот оттуда. Каким? А! Реально ключом? Шо, блять, я вообще даже подумать не мог, что у такого сейфа такой маленький ключ. Жесть. Взять. Взять. My notebook. So dad's the one who took it away from me. Ну да. Все логично. И что теперь?
Опачки. Кто здесь? Дом деда. Я не был здесь с момента его смерти. Как так, блядь? Ты только что был где-то в другой комнате, где был твой батя. А теперь ты попал в дом деда. Бля. Должно быть, буря вырубила электричество. А, это типа света нет. О, охуеть. А чё, всё красное? Кажется, у дедушки в подвале был генератор. Подвал. Да, блядь, ни хера ж не видно. Подвал деда. Не, ну и как мне передвигаться? Я вообще ничего не вижу. Здрасте. О, таблеточки. Нужно найти способ открыть эту дверь, если я хочу выбраться из этого дома. Дедушка посвятил всю свою жизнь созданию часов. Вот эти прикольные часы, мне, кстати, такие нравятся. Реально. О, телек. Да не надо. Я знаю, что это бесполезно. Это просто звуки, которые, за которыми ничего и никто не стоит. Поэтому мне не страшно, мне похуй. Реально? А вот и подвал. Ста, по-моему, нет? Не понял. Ты что, дурак, что ли? Открой. Ой, блядь, ключи. О, блядь. А? There is no need to cut off the power right now. Смысл? А, вон, всё. Фух, на. А чё это электричество все равно мне мало чё даёт? Все равно как-то темновато в доме. Чё ещё? Марс? Юпитер? Реально? Реально. Ю кто? Ты куда полез, дружок? Я думал, он туда вообще не залезет, а он полез сюда. Ты чё, дебил? Ты чё, дебил? Ты еще дебил? А где, где, где? А что ты? А почему не могу повернуться назад? О, все, пизда. Все, сейчас тепло деда сзади почувствую. Куда ты лезешь, конч? Ой, все, пизда. Куда ты, блядь, залез? Что это вообще за ходы такие в доме, блядь? Так, вот на кой хер деду, блядь, вот этот вот коридор? Он что, тут ходил, что ли, лазил? Дед, ты что, ебаный вообще? 11, ебать, 11 часов стрима, жесть. 11 часов стрима уже, я вообще в ахуе. Ой, остался час. Ой, бля. Ну, я считаю, что мы нормально стрим провели. Мне, по крайней мере, понравилось. Вот. Давай 24 добьем. Ага, блядь. Конечно. Подожди, стой. Не понял, блядь. Блядь, да расхерачь ты, сука, молотком эту дверь. Аскуди, спасибо тебе большое за, кстати, переподписку и за подарочную подписку. А
что делать, блядь, я походу куда-то не туда пришел, что за хуйня, ебаный нахуй. Не, я не буду ничего добивать. Мне в этот час добить, дай бог. Ладно, пойдем туда. Дед... Ой-ой-ой. It smells awful. The pipes must be clogged. А где сам дед? Блядь, дед что-то я смотрю на таблетках жестко сидел. Blue knees? Blue... Кто real? Blue knees is real. Это хоррор? А на что это похоже, по-твоему? Да выкинь! Донаты отключены. Они, можно сказать, сломаны, потому что был аукцион. Ну вот мне скит задонатил 200 рублей. Здорово, Хелс, я хотел спросить, ты стримишь уже... Хотя чем эта игра от Мора отличается? Тоже что-то духота. Кто? Кто? Да норм вроде. Да не знаю. Ну тут как бы видите, меня что раздражает. Пустословие. Пустозвучание. Вот звуки есть, оно все равно же на самом деле никого здесь. Нихуя себе ты дура, блядь. На самом деле все равно здесь никого нет. Из врагов. Бояться нечего. From the moment of first contact, it is already too late. When a demon attaches itself to a human, demons? It becomes a parasite of sorts. Sure. It feeds from the host until it devours every last part of their soul. Он питается носителем, в большинстве случаев, чтобы демона вернуться в мир живых. Relentless objective is to get back to the world of the living. Если хочешь оборвать эту связь, что ж, боюсь, что это дело не из легких. I'm afraid it's no simple matter. I could speak at length about various rituals and procedures, but by far самый лучший способ повиноваться, помоги демону получить то, чего он желает. Attain that which it seeks. Only then will the demon leave of its own accord. Usually they enter the earth. Дед, ты чё, вообще с ума сошёл? Objects that they use as conduits between worlds. Даже если ты хочешь избавиться от этого объекта, демон уже наладил нужный ему контакт и уже ходит среди нас. Что здесь? На первых стадиях одержимости человек-носитель обычно отстраняется от друзей и семьи, становится агрессивным, даже жестоким. Это результат духовной борьбы между носителем и сущностью. Both vying for control over the оба борются за контроль над смертными, что-то там. Симптомы, свидетельствующие о прогрессировании. Какие симптомы, блядь? Симптом, может быть? Симптомы. Темная сущность манипулирует носителем с помощью визуальной галлюцинации и голосов в голове. Уничтожая рассудок носителя, чтобы сделать его податливым, послушным. Вот так демон полностью берет жертву под свой контроль. Допустим, меня уже возьмет под контроль, Ой, и пока я не забыл, в некоторых случаях одержимости насекомые поблизости начинают себя странно вести. Особенно тараканы. Мой совет, держись подальше от насекомых. There's just no way. То есть не надо держаться подальше от чата? There must be a mistake. Those pictures, that leg, that arm, I didn't do it. Dad thinks it was me, but I... Да-да-да, отец думает, что ты долбоёб. Ой. Ну, судя по всему, так и есть. Сейчас сознание потеряет, да? A door. Дверь. Красная дверь.
What's happening to me? Is this what that man was talking about? It can't be happening to me. Так, ну... О! Чёрт. Может ли это быть дверь в подвал? Понял тебя. Не страшно, я еще раз говорю. Хуйня. А это что такое? А, тут часы, и они тикают. Да. Так, давайте-ка еще раз в подвал пройдемся. Хэс, почему забросил игру Dusk Family? Крутая же игра была. Я тебе отвечу так, ну как бы тяжело без агрессии, конечно, отвечать таким, как ты. Но мне кажется, ты забросил думать в какой-то момент. Ну или забросил просто приходить на мои стримы и проебал стримы по этой игре. А я ее уже 1000 лет назад прошел. Алло, дядя, блядь. Туюта. Ручеёчек, спасибо за переподписку. На Хэсу стрим или на Хэсус дед можешь найти, соответственно, эти самые. Записи. Агро. Ну да, я. Что, сагриться нельзя? Опачки, нихуя себе дед. Что это ты? What is this place? Оставил, блядь, после себя. This is impossible. Это невозможно, что со мной не так. What's wrong? Чуть невозможно. Дед, блядь, все, я думаю, может. О, таракашки. А ну-ка, улыбочку. Ой, ой, блядь, ой, нахуй. Я просто хотел таракана сфоткать, чего оно шевелится-то? Ой, блядь. Тараканы, уходите нахуй здесь, демоны ебаные, уходите. Тараканы, валите быстрее, бегите, блядь. Блядь, тараканы, быстрее, быстрее. А чё, оно не это, никак? Ясно. Да куда ты? А, ясно. Понятно. Those symbols. I've seen them before. Ты их видел раньше? Реально? Ага. Так. Ну давайте, помогайте. Тут рандом. Теперь комната с сейфом в начале, фоткать рисунок на стене, бля. Поняв. Сорок 9 минут осталось. Фух. Я думал, что не вытяну этот стрим 12-часовой, но нет. Нормально, нормально. Но устал пиздец вообще. О. А, ну это я уже. Пипец, вот везде таблетки, еще какая-то хуйня. Комбинация. Право. Направо 8 налево. А направо сколько, блядь? 4. Все заебались уже. Ну ничего, ребят. 12 часов в любом случае отстримим.
Так, что там мне надо сделать? Блин, а вообще я не помню, я хоть когда-то 12 часов стримил. Или это у меня рекорд? За 10 лет. Я вообще на какой-то момент в середине стрима подумал, что у меня 10-часовой стрим почему-то. Около сейфа на стене. И типа, когда я уже 8 час стримил, я такой, о, всего лишь 2 часа осталось. Потом вспомнил, блин, что еще окажется... Оказывается, я же до 12... Я 12 часов стримлю. Около сейфа на стене рисунок сфоткать. Сейфы... Блять, я еще надо вспомнить, где сейф. Алло? Да блядь! Ай, в пизду, я не вытяну нахуй. Я слишком уставший для такой игры сейчас. Серьезно. Пизду, блядь. Смысл мне в это играть, если я все равно ее не пройду. В принципе, я и не жалею о том, что я в нее не начал играть, потому что, ну, типа, бля. Бля, наверное, это не мое. По крайней мере, на этом стриме точно не мое. Так.